После дистанционки в новые просторные комнаты. Общежитие рассчитано на прекрасную половину студентов Ульяновского института гражданской авиации. В здании 5 этажей. Для удобства девушек в общежитии есть своя кухня, прачечная, комната для отдыха и самостоятельного обучения. По словам ректора Николая Африкантова, этих изменений здесь ждали давно. Мы тем более рады, что здесь по санитарно-гигиеническим нормам мы можем полностью соответствовать размещению наших девушек, которые у нас достаточно большое количество проживают. Сейчас они у нас прибывают, после дистанционного обучения размещаются. И будем смотреть. Я думаю, им будет понравиться, значит, какие условия мы им тут создали. Нашей съемочной группе удалось из первых уст узнать впечатление о новом жилье. Девушки уже успели обустроить комнаты по своему вкусу. Мне очень нравятся наши новые комнаты. Они очень просторные, уютные. У каждого есть свой шкафчик, что очень нам нравится, так как вещей достаточно у девочек. Яна отметила оптимальное количество соседок в комнате. Девушки живут по 2-3 человека. Сейчас в общежитии есть вся необходимая база для комфортного проживания. Стиральные машины, утюги, духовой шкаф и микроволновая печь. В планах на будущее – закупка недостающих элементов интерьера и растений. Мы будем, так сказать, с учетом мнения проживающих курсантов, так сказать, доукомплектовывать, дооборудовать, чтобы как-то было приятно учиться. Значит, соответственно, они будут и хорошо учиться, на отлично. И будем продолжать эту работу. Всего при Ульяновском институте гражданской авиации открыты 5 общежитий и гостиница. Здесь в комфортных условиях живут свыше 5000 курсантов. С каждым годом их число растет, а значит и такая модернизация – лучшее решение. Александра Никитина, Юрий Ломатов. Новости УПРАВДА ТВ.